Здравствуйте, господин градоначальник. Здравствуйте, господин капитан. Я привезла от бабушки сегодня. У нас имение под Харьковом. А вы не осуждаете меня? Я преклоняюсь перед вами. Если бы мне еще месяц назад сказали, что я отважусь на подобный поступок, я расценила бы это как оскорбление. Я счастлив, что именно у вас возникло такое внимание ко мне. А! Это тоже от бабушки? Представьте, да. И когда я ей рассказала о вас, она вдруг раскрылась с такой стороны, о которой я даже не подозревала. Откройте, пожалуйста, это из ее запасов. Я дала такой веский повод к осуждению, что мне теперь ничего не страшно, даже мой отец. Ваша холостяцкая жизнь будет скрашиваться иногда такими вечерами. Вы удивительное создание. Не представляю, что произойдет, если вы только улыбнетесь надо мной. Вот сейчас вы мне как раз и дали повод. Хочу заниматься музыкой, ходить в театр. Мне сказали, здесь художественный. Совсем небольшая труппа во главе с Качаловым. Все равно.